Небольшой дисклеймер для тех, кто будет смотреть данное видео. Когда я рассматривал данный проект, я, честно говоря, даже не давался подробности сюжета, не смотрел, какие есть предпосылки в него, и, в общем-то, на самом деле смотрел просто как игру. И лишь после того, как я уже все это дело записал, начали меня гложить сомнения. Я полез в интернет и понял, что на самом деле Берсерк — это не просто название игры, но это целая на самом деле франшиза, целая серия, начавшая свое существование с манги, потом были сняты аниме серии, и в общем-то на самом деле я думаю, что есть определенные фанаты данной игры, и они, быть может, даже обидятся тому, как я данную игру воспринимаю. Ну и, соответственно, я просто хотел бы предупредить, что я просто не особый знаток этого аниме. В принципе, я не любитель аниме, а уж Берсерк и подавно не знаю. И, соответственно, прошу извинить тех, кто является фанатами, никого не хотел обидеть, поэтому чисто рассматривайте это как ролик по еще одной игре. Всем привет, с вами Ванок, и сегодня у нас на экранах будет развиваться игрушка под названием Berserk and the Band of the Hawk. Что это такое вообще за проект? Ну, начнем с того, что вообще... Сегодня он появился у меня на канале, да и вообще, в принципе, я решил к нему пристраститься, в общем-то, совершенно случайно. Ну, то есть, я в очередной раз посмотрел, какие игрушки вышли, и тут наткнулся на данный проект. И посмотрел, и думаю, ребята, а тут вроде как есть боевка, вроде как есть сражение, пускай, да, это азиатская игра, то есть, со совершенно своеобразным игровым процессом, совершенно своеобразным вообще подходом к созданию игр и сеттингом, все в этом духе, то есть, игрушка до мозга костей азиатская. И поэтому она, я думаю, что будет для меня специфичной. Но тем не менее, здесь есть, еще раз говорю, слэшер, здесь есть боевка. И это говорит о том, что нужно попробовать. То есть все-таки не так уж и много в последнее время у меня появляется игр, которые в первую очередь отвечают задачам моего канала. А это все-таки, напомню, игры, где можно помахать мечом. И, соответственно, ради такого можно с подобного рода игры тоже поиграть. Тем более, что периодически они нет-нет, да, у меня и появляются. Такие, ну, я не скажу, что прям совсем трэш, но что-то в этом духе. Ну и, соответственно, скачал я это все дело, ну, понятное дело, скачал, потому что пока что нет желания это все дело покупать. Я, на самом деле, даже еще не играл, чисто посмотрел на видюшки и решил что-то попробовать. Вот, что-то я начал заговариваться. В общем, суть в том, что попробуем сегодня мы с первого раза с вами. На самом деле, в такие роды игры нужно играть именно вот так, экспромтом, потому что не те эмоции совершенно будут, если я это все дело сначала посмотрю, изучу, а потом буду вам рассказывать. Совершенно не то будет, поэтому я думаю, что будет правильнее, если мы просто сейчас сядем и ознакомимся. Ну и перед тем, как мы начнем, нужно еще один момент сообщить вам, потому что это очень на самом деле важная вещь, потому что когда я эту игру запустил, что я не обнаружил? Правильно, я обнаружил в ней, что нет поддержки мышки. А это означает, что игрушка совершенно не заточена под клавиатуру. Ну, понятное дело, что под мышкой она в принципе не заточена, а под клавиатуру под одного рода проекта обычно не заточена по одной по такой простой причине, что это просто какое-то извращение играть в них на клавиатуре. Я на самом деле заранее это все... скажем так, в некотором роде предусматривал, был готов к этому, ну и, собственно, так и оказалось. Поэтому я подключил геймпад, я, на самом деле, небольшой любитель играть на геймпаде, это не мое. Я, на самом деле, об этом уже даже рассказывал, когда For Honor видюшку вам снимал. Но, тем не менее, сегодня попробую именно на геймпаде, сегодня попробую это все дело посмотреть, как это все будет играться, так сказать, с точки зрения человека, который к этому обычно не готов. В общем, давайте запустим, а то что-то как-то немножко расплывчато начал рассказывать вам. Про сюжет вам ничего не скажу, тут сюжет на самом деле был показан достаточно в ролике, что-то такое вот, очень эпичное, там какая-то девушка, которую украли, наш главный герой пытается ее спасти, сражение происходит с демонами, ну в общем все в этом духе, в общем-то я думаю, что сюжет в данном случае будет у нас вторичен, а первичен будет именно Мочилова. Вот, и соответственно сейчас мы это все дело посмотрим, попробуем поизучать, я очень надеюсь, что здесь будет все-таки какой-то туториал, потому что он как раз тот случай, когда он мне нужен. Тем более, что, допустим, видите, у меня тут написано нажмите А, чтобы начать битву. Так вот, смысл в том, что у меня на геймпаде кнопочки вот эти не подписаны. Но такой у меня геймпад кривоватый. И поэтому я, в общем-то, мне приходится все дело наобум на изучать. Но, тем не менее, давайте попробуем. Итак, нас тут, в принципе, уже показывают базе Controls, но обычная атака X, Y, точнее X нормальная атака, Y charge атака, A quick step и, соответственно, guard block LB. Ну, сейчас попробуем это все дело поизучать. У нас тут, в принципе, есть еще movement, камера. Ладно, сейчас мы, знаете что, попробуем лучше все дело изучить иначе, немножко иначе. Иначе. Так, передвигаться здесь можно как на... У меня есть, в принципе, здесь и перекрест, или как она, крестовина называется, да, правильно, это еще я помню с дэндиского джойстика. И есть тут еще у нас возможность наиграть на... Как его называют? На стике, вот. Еще есть
стик, причем как-то странно все дело реализовано, стик, который нам позволяет поднимать и опускать камеру, при этом вертеть влево-вправо ее нельзя, даже не знаю, есть ли такая фишка или нет. Так, я даже не успел ничего тут поизучать, меня уже кто-то попер. Так, это быстрая атака, да? Это короткая атака. Я на самом деле не хотел сразу быстро. А это атака... Атака, нет, или это я... Ага, вот, это прыжок какой-то. Понятно, так. Это я понял. Как блокировать? Расскажите, как блокировать. Так, я переключил камеру. Они меня что, не атакуют, что ли? А вот, блокировать совершенно неудобно. Блокировать я бы лучше бы поставил, как это называется, на курок, а у меня здесь стоит блок на немножко другую кнопку. Я, на самом деле, вообще не знаю, как называются все кнопки. Смысл в том, что вроде как более-менее я с боевкой разобрался. Хоть и все делаешь странно. Причем еще и тут странно немножко в плане управления камеры. Ну да ладно, разберемся. Главное, что можно махать. Есть сильный удар, причем он так еще чажется. И есть, соответственно, где тут прыжок. А эти, кстати, ребята нас не атакуют? А, не атакуют. Поспешил я, говорю, что они нас не атакуют, но ладно. Мы их забили. А надо, на самом деле, сейчас перенастроить, если мне дадут кнопки. Потому что ну, сейчас вообще совершенно неудобно мне это все дело. Я-то надеялся, что у меня будет возможность крутить стиком вторым камеру, а сейчас приходится крутить ее вообще не пойми чем. Так. А, кстати, крутится она... А, вот, крутится она, когда я блокирую. То есть, как-то очень странно все это реализовано. В общем, я вообще запутался в управлении, вообще ничего не понимаю. Так, монстры были уничтожены, замечательно, что они были уничтожены, но я хотел бы, на самом деле... Меня сейчас открою, не пустят в меню, да? Не пускает меня в меню, поэтому придется, ладно, чем дают, тем и рады, да? Потому что, ну, ладно. Главное, что хотя бы блок у нас переводит камеру в нормальный вид. Да? Да. Ладно, куда бежать? Что делать и как быть? Бежать сюда? Эддиперин, то есть продвинуться дальше. Нам говорят. Ох, какое личико тут забавное. Так, еще одна партия монстров у нас выбралась. Вообще, на самом деле, пока что... Так, стоп. Чего это Frenzy мод? Нам говорят. Прикольно. В общем, на самом деле, игрушка реально именно слэшер. То есть здесь нет никаких, скажем так, особенных деталей в боевке. Здесь есть блок, да. Но блок, по-моему, вещь такая. На каких боссов, да еще что-то в этом духе. Сама же суть игры, это чисто слэшер. Это чисто махач. То есть здесь... Черт, ты как-то далеко зашел. Ну вот он, в принципе, еще и чажется. То есть чисто... Бить толпу, мочить всех подряд, кого встретишь, и на самом деле какой-то особенного смысла с точки зрения, то есть того, что ты должен тут какие-то тактические свои способности проявлять, нету. Здесь есть возможность, возможно, в будущем появятся какие-то боссы, какие-то более сложные противники, где нужно будет реально пытаться именно... Да-да-да, что-то он мне там рассказывает про Frenzy. Возможно, придется именно... какие-то комбы использовать, какие-то ворота. Хотя, честно говоря, тут воротов тоже особо не вижу. Это все-таки не Dark Souls. Здесь есть чарж, а воротов нет. То есть, в принципе, в этом плане игрушка звезд неба не хватает. То есть это чисто вот зайти, порешать противников, тем самым, наверное, немножко разгрузить свои нервы. И все, и, в общем-то, на что-то больше здесь рассчитывать не стоит. То есть игрушка для достаточно специфичная. Для тех, кто такие игры любит. Я отлично, допустим, не люблю, допустим, я уже понимаю, что в это я играть не буду. То есть я вам покажу, и на этом эту игру забуду. Хотя, на самом деле, если так думать, смотрите, здесь достаточно недурственная графика. То есть не то, что прям супер навороченная, но она, скажем так, и не совсем примитивная, как мы привыкли видеть в некоторых азиатских играх. То есть здесь графика, будем говорить, так, скажем так, на уровне. И поэтому, то есть как бы откровенным проходничком, откровенным трэшем, я тоже бы это не назвал. Это... проект, еще раз говорю, для любителя, и я думаю, что любители найдутся, но я не из них. А тем временем толпа прет народу, и, конечно, честно говоря, хочется... На самом деле, я так понимаю, если они хотят, чтобы я активировал Frenzy мод, я не знаю, я активировал, не активировал. Я просто, сейчас говорю, не могу понять, что тут с управлением.
Так, ага, Lock R, блин, еще одна кнопка, которую я не знаю. Вот, вот уже появился более сложный противник, на который, я так понимаю, нужно как-то нам залочиниться. Я не знаю, я сейчас залочил, кстати, на него или нет. По-моему, нет. Или да. Ребята. Во, залочился. Теперь осталось понять, как включить френзи мод. И... Чё-то я по всем кнопкам подряд бью. И ничего не происходит. Но это типа мини-босс, который, в принципе, я и так, и так забил. Вот, а как френзи включать, я так и не понял, поэтому будем пытаться дальше разобраться. В общем, задача убить странных монстров выполнена. Мы можем пройти вперед, выбраться из этого болотца. Раз. О, это еще фигни можно разрубать. Даже с некоторым намеком на физику. Ну, конечно, никакой здесь физики нет, они просто исчезают, но забавно, забавно. Прикольно. Главное, я что определился, что вот как лочить, как обычно, так и как чарджить. Ну, условно чарджить, то есть вот он. Ой, что сейчас. О! У нас тут неожиданно образовался 18+ контент. И еще орды противников. То есть нам нужно спасти нашу девушку. Вот эту самую. Так, ну чё, давайте попробуем мы, знаете что, вот так сделаем. Ой. Да ладно, я сейчас неожиданно что, включил все-таки этот френзи мод или чего? Или не то? Судя по тому, что у меня что-то все-таки включилось, то, наверное, да. Дивблоу, дивблоу. Я на самом деле я понимаю, что это всякие как называются-то, режим смертельный, как в этом духе, то есть это нам дает возможность убивать больше противников, получать больше плюшек, но, еще раз говорю, мне это все не интересно, ребята, я просто хочу всех покрушить, посмотреть, что там будет дальше по сюжету. Ну и плюс, еще раз говорю, хотел бы, конечно, возможность иметь зайти в настройки, чтобы все это дело какой-то попытаться перенастроить на более удобное расположение клавиш. На самом деле это все можно было сделать в меню перед тем, как я запустил игру. Но так как я не знал, как все будет в игре работать, я не стал настройки менять. А, наверное, стоило бы. Хотя, на самом деле, конечно, сам дурак. У меня совершенно простейший, ну, не самый дешевый, но достаточно простенький геймпад, сейчас говорю, которым не подписано даже название кнопок. Уж тем более я не стал бы покупать какие-нибудь навороченные джойстики от геймбоксов или PlayStation, это уж точно. Ну вот, вроде мы тут бьем, боссов вроде никаких нет, наверняка сейчас появится. Еще раз говорю, это, конечно, не, еще раз говорю, не Dark Souls, но я думаю, что в таких играх без боссов не обходятся. Ох, наш герой как разошелся. Нам предлагают, на самом деле, сделать какой-то дивблоу. А, кстати, дивблоу у нас идет на Б. То есть, в принципе, я сейчас знаю, как его сделать, но... С учетом того, что я тут вроде и так всех раскидал. Я его наших продержу. Ну, давайте сейчас попробуем дивблоу. Что он нам даст в итоге. Все-таки наш герой с одним глазом посмотрел на всех. И... Да, и просто завалил. Всех... А, тут как... А, нас... я так понял, что нам бы так, в общем-то, и не дали ничего дальше пойти, пока бы этот дурацкий дивблоу бы не сделал. Вот, значит, надо сейчас нам... Где там еще раз? Хоть на кого-то нам зафиксироваться. Мужик. Мужик, сзади тебя. Что-то не работает мое... Блок... О, заработал. Так. Что-то они тут... Ой-ой-ой. Что-то они тут... Много их неожиданно образовалось, этих подбоссов, элитников, или как еще назвать. А я все никак не могу им к лицом повернуться. Что я еще раз говорю, то ли так задумано, то ли реально я сам дурак, сам себе дурак. Но у меня не работает нормально камера управления. В общем, давайте-ка мы лучше их просто раскидаем. Недолго думаю, а то будем сейчас выделываться, и меня в итоге просто банально... Ой, я его насадил на меч только что, по-моему. Все круче и круче, да? Ну, анимация здесь реально классная. Анимация здесь просто выше всяких похвал. В таких играх анимация это все, на самом деле. Ну что, сделал? Да, сейчас нам мы сделаем дивблоу.
и всех поубиваем нафиг. Отлично. Да-да-да, всех мы убили. Давайте следующая партия. Эти что-то такое ощущение, что они решили от нас винтить. Ага, и ох, ох, как появились тут еще какие-то извращенцы в каких-то костюмах специфичных достаточно. В общем, у меня что-то есть подозрение насчет создателя данной игры. Там еще, с учетом, что там какие-то еще тентакли ползают по девушке. То есть, то ли это сон на самом деле какого-то не особо здорового человека, то ли это сама игра вся такая. Ну, послушай, пошла у нас заставочка какая-то, да? Я даже не буду пытаться, опять же, это переводить все. Нет никакого желания. Мне сейчас просто хочется, первое, выйти в какое-то меню и попробовать все-таки немножко переназначить кнопки. Как неудобно, но, в принципе, посмотреть, как это все будет лучше. Полетел метеорит. О, тут у нас даже аниме пошло. Так, а вот он начал говорить. Сон. Я будем надеяться, что это хороший знак перед битвой. Как мне кажется, он это сказал. Сузились зрачки у него. Сузились зрачки, это, я так понимаю, как смотрит он вдаль. Еще метеорит понесли. О! Время хаоса. Королевство Миндал и империя кого-то там, в общем, сражаются много веков, много лет уже, сотни лет или десятки лет. И, в общем, это бесконечная битва, уже привлекла кучу наемников. И, в общем, и жизнь, и, собственно, смысл жизни этих наемников — это сражение. Это, в общем, не успеваю переводить, понятное дело, но как-то так это получается. В общем, очередной мир, в котором очередные сражения происходят, мир, погрязший в войнах. И наконец-то дает нам возможность зайти в опции, классно. И на самом деле, вот теперь я уже тут, судя по тому, что я вижу, это реально уже не какая-то там фэнтези, а уже суровый, что-то вроде условно медиевил. Но мы сейчас попробуем все-таки это все дело сначала настроить. А, настроить, конечно. Нам только дадут сейчас в мануал зайти, а и в камер сеттинс, то есть настройки игры мы не зайдем. Так, оттурялс. Нет, это не то совершенно, что мне нужно. Ой, это печально, конечно. Ну, допустим, ладно. Что там можно? РБР. Так, Виктор, конечно, захватите вражескую крепость. Соответственно, противников... А, точнее, у нас, так сказать, возможности поиграть в принципе нет, да? Это чего? Так, это задачи, это информация о нашем персонаже. О, Controls, так. Ну это не то опять. Печаль, беда. Блин, ну ладно. Честно говоря, конечно, можно выйти сейчас в меню. Я, честно, просто не знаю, даст нам после этого загрузиться с начального. Точнее, с того места, куда мы зашли, это начнется заново. А то, кстати, видите, еще есть Free мод и какой-то Eclipse мод. Ладно, давайте сначала все-таки попробуем это все дело с настройками разобраться, хоть одну миссию сыграть нормально. Так, Controls. Buttons. Где там у нас было? Камера, Right, камера... А, вот мне что мне нужно. Камера, Right. Здрасте, я уже бабушка. То есть тут без вариантов, да? То есть тут у нас без вариантов, да, что камера up, а вот так, допустим, нет, тоже, да, без вариантов. Ничего не настроить. Кажется, плохо. Это очень плохо, потому что на самом деле я ожидал что-то более нормального, но тут, видите, совсем как-то все печально. Ну, допустим, ладно, хотя бы давайте, что там с локон? Локон, это вообще что за кнопка такая? Это... Y неожиданно нас. Это B, да? Да ладно, вы издеваетесь. А что тут? Еще и... Кнопки ограничены, что ли? Такое ощущение, что да. Такое ощущение, что он еще не все кнопки моего геймпада понимает. Потому что, видите, он тут... У него только Y тут известная кнопка, и все. Ох. Да. Знаете, это уже... Это плохо, на самом деле. Почему-то... Я ожидал большего. Ну, допустим, ладно, может быть, я еще раз говорю, геймпад у меня такой кривой, а может быть, на самом деле, игра кривая, а скорее всего, то и другое, особенно игра. Ладно, короче, фиг с ним.
давайте-ка мы вернемся к нашей миссии. Надеюсь, еще с Грумини... Да, все замечательно. Тут у нас дают возможность от СНС с того же места начать. Здесь у нас, видите, какие-то офицеры. Есть Штаур даже есть. Это прикольно, на самом деле. На этом мы давайте посмотрим, так сказать, как будет протекать это сражение. А уж все остальное там уже, как бы, вещи дополнительные. Сейчас говорю, я в эту игру играть не собираюсь. Соответственно, то, что здесь половина кнопок как-то не работает, меня это не сильно волнует. Главное, что вот, в принципе, я могу тут бегать и атаковать, а все остальное наплевать. Отлично. Это что, наш персонаж или это наш противник в таком, опять же, немножко странном шлеме? Так, Гатс. Перечень Гатс. Так. Ну все так же, в общем, все так же у нас криво. Хотя давайте камеру подымем. Дайте камеру поднять. Вот, так, отлично, ладно. Ну, знаете, чем я сейчас, кстати говоря, напоминаю эту игрушку чем-то? Блатская игра Жанна Дарк. Вот там тоже было возможность сначала кучу противников поубивать, и потом вроде даже покомандовать своими войсками. Вот, чем-то меня это, кстати, уже сейчас напоминает. То есть у нас тут один герой появился. Где-то наши там, наверное, сражаются, но... А, наверное, в соседнем отделении. Вон там сбоку они бегают где-то. А мы тут... У каждого, в общем, офицера свой, так сказать, своя зона. А это такое ощущение, что были то ли герои противника, то ли это наш союзник. Мы, кстати, можем прийти к нему на помощь. И всех покромсать, да? Замечательно. Кстати, игра... Такое ощущение, что тут, кстати, обычно атаки-то нет. Здесь все атаки... Да, отстаньте от меня, ничего не хочу прокачивать. И не буду. Все атаки, на самом деле, непростые. Наша задача чего? Захватить вражескую базу. Я так понимаю, что я тут нарезаю... То, что я нарезаю тут противников, на самом деле вообще ничего не даст. Надо продвигаться вперед. К минимуму нужно вон убивать вражеских офицеров. На самом деле, забавно в этом плане выглядит... Наша СД-башня, при том, что противников раз, наверное, в 100 больше, чем нас. Так, ладно, давайте-ка перейдем вперед. Побежим вперед. Где там нам показывают вроде вражеского офицера где-то. Если я ничего не путаю. Или нет? Или да, или нет? Или что вообще делать-то? А вот, да, там вот он, то-то-то-то. Бэс Летинут. Надо нам его явно прикончить. Ой, я сейчас врубил... уйти ему, ну и ладно. В смысле, ульту, или как она называется? Да, ульта, наверное. Убил я его, что ли, да? А, похоже, я его еще и в процессе прикончил. Ну и прикольно, ладно. Так. Я такой, надо еще вон того прикончить нам заодно. Эй, привет, Бейс Лейтенант. Так. Фикс, я его даже не буду пытаться сейчас залочить как-то и прочее. Просто его сейчас запинаем. Просто запинаем и все. Хрен бы с ним. Хотя как-то можно, я же как-то разбирался. О, я сейчас даже заблокировал. Прикольно. Я по крайней мере, сделал попытку заблокировать. Так. Ну, конечно, скачет, ну, как кузнечик. И, может быть, конечно, и ради этого нужно фиксировать, лочить цель. Потому что иначе просто будешь, как я сейчас, носиться. Я его убил, кстати, убил. Или нет еще, или не... Полудох он остался там. Ладно, вроде как убил. Так, опять я тут запутался. Куда, что, почем. Так. Давайте пробьемся ко входу. Я на самом деле тут даже не пытаюсь понять, что я делаю. Я просто жму на кнопки атаки и все. О, тут какой-то сундук еще. Чем мы тут открыли? Виталити. Это жизнь меня такая в себе установили. Хотя, не знаю, я не видел, честно говоря, у нас там был хоть что-то покоцано или нет. Че, можем сейчас сделать ульту или нет? Так, нет, не туда, не туда. Вот сюда его. Добей. Все, добили мы всех вроде. Или он улетел куда-то? А, вот он тут. Ну, давай уже. Добей. Блин, как же неудобно с этой камерой, конечно, управляться. Еще раз говорю. Игрушка совершенно в этом плане трешовая. То есть я вот изначально, когда начал видео рассказывать вам про видео, оговорился, что, мол, не обязательно и трэш. Часто понимаю, что реально трэш. Хоть еще раз говорю, хоть и графика прикольная, но все равно абсолютно трэш. Дай мне насрать, на самом деле, чего вы там мне рассказываете. Все, противник, так сказать, пожалел в том, что сделал вылазку и убежал. Так, а нам, соответственно, приступить нужно непосредственно к штурму.
Вот, наши супер войска, состоящие из 1500 коллег, начинают штурмовать. Конечно, еще раз говорю, это очень забавно выглядит. Ну, то есть, в реалиях подобного рода игры, это понятно, что это так и должно быть. То есть, если бы у нас была тут полноценная армия, это было бы, ну, скажем так, нам неинтересно. Или это совершенно другая игра была. Но все равно, то есть, куча противников, огромная просто куча противников и немножечко совершенно штурмующих, это, конечно, выглядит очень смешно. Так, армия офицер нам бежит. Эти что-то куда-то не пойми носятся. А мы продолжаем, продолжаем. Нет, на самом деле, нас, конечно, можно попробовать это все дело настроить, еще раз говорю. То есть я не говорю, что прям нельзя это все сделать, я просто не хочу. То есть, может быть, да, тут можно и геймпад настроить, а может быть, нужно нормально еще раз говорю, геймпад купить. И можно играть нормально, с поворотом нормальной камеры, с нормальными кнопками. Потому что я тут много чего, наверное, упускаю, то, что у меня тут половина кнопок не работает. Но все равно. А смысл, как говорится? Смысла вообще нет, на мой взгляд. Что, сделаем... Я не помню сейчас, то ли сейчас сделаю, то ли не сделал. В общем, я тут кого-то убил, на самом деле. Вон, да, написано у меня уже, что я кого-то убил. Я даже тут смогу выйти в меню, чуть какой-то... О, лучники. Какую-то экипировку взять, но, опять же, говорю, зачем? Лучники, получите. Сейчас, на самом деле, что-то я тут уже... У меня много очень в моем видео слово «зачем» звучит. Вот, ладно, давайте бежать вперед. Там вроде как... Нас ждут какие-то... А, я уже не запутался. Наоборот, надо бежать в ту сторону. Ах, блин, что ж такое-то? Я не зря, на самом деле, не люблю геймпад. Очень даже обоснованно. Так, еще одного моза зарубили. Сопротивление пока что вообще никакого. Я, правда, еще легкий уровень сложности выбрал. То есть это тоже, наверное, показатель. Так, покажите мне их персонажа. Еще раз говорю, может быть, его, как кажется, может сейчас залочить. А, вот, по-моему, я его сейчас залочил, не? Нет. Во, залочил, да, все-таки? Во, отлично. То есть он теперь у меня автоматически на нее наводится. Это заметно удобней. Все, убили мы его. Остался у нас, по-моему, еще один противник. Нам, правда, еще активно пишут, найдена экипировка. Не знаю, можем еще сразу посмотреть, или нужно выходить в миссию сначала какую-нибудь. Ну, в смысле, не миссию, в меню. Значит, точнее, закончить миссию, что-то я несу чушь какую-то уже. Так, короче, ладно. Я, кстати, вообще союзников здесь никаких не вижу наших. Я так понимаю, что их тут и нет. Это противники. Где-то там синие точки сражаются. Больше красных, но красные разлетаются просто на ура. Я даже не буду их ждать особо, я вот дальше побегу. Кстати, чаще всего, оказывается, можно это. Зажатая кнопочка. Так, еще раз. Зафиксировались. На того. Правда, наш герой как бешеный бык летает между всеми. И бьет всех, кроме нужного на офицера. Так, я с него зачем-то снял выделение. Да ее просто... Даже мимо меня сам бьет. Ну, типа блок ставит. Отлично, миссия выполнена. Вражеский еще один герой пал. Под натиском нашего героического героя. Че, задача-то какая следующая? Че там, убить короля? Сейчас сделаем. Так, тут какой-то чаш идет. А, надо нашим помочь или че? О, катапульта неожиданно появилась у них. Ну хорошо, появилась. У меня, честно, вообще по барабану. Надо катапульт убьем. Надо лучник по пути зарежем. Так, я немножко, по-моему, не туда бегу или туда? Эти за мной просто ходят, чисто боятся, по-моему, даже, по-моему, атаковать. Так. Я куда-то спрыгнул. Тут у меня уже группа встречающих. Ребята, мне вообще, вы не интересны совершенно. Мне интересно. Они даже, видите, они даже вон это расступаются, когда мимо них пробегаю. То есть настолько все плохо в плане того, как они понимают моего героя, что. Ну, в смысле, неплохо, наоборот, хорошо. Ох, прыжок еще спецэффектами. Моя задача сейчас найти эту странную катапульту. Это не туда, да? Это вот сюда. Нет, не сюда. Вот сюда. Потом налево. Расступись, говно. Как говорится, или как там? Как-то так. Расступись.
Ну, в общем, кто-то расступитесь. Я плыву. Так, тут какие-то вражеские герои еще появились. Мне кажется, что надо включать ульту. В общем, по-моему, всех мы почти порубали. Да, вот, отлично. Одного убили героя, второй сейчас пойдет, наверное, смертью храбрых. Я вообще не перестал понимать, что происходит, но я тут даже какой-то витальти захватил. Еще сейчас я, пожалуй, убью катапульту. Я же их надо... Мне интересно, как ее надо убивать? Вот так? Похоже, что вот так, потому что у этой катапульты я не вижу, допустим, экипажа. Вообще, ребята, вам так на всякий случай скажу, катапульта убивается... Вот так не убивается. Катапульта убивается за счет того, что вы убиваете ее экипаж. Так, а бочки, интересно, можно разубить? А что, можно зафиксироваться на катапульте, да? Прикольно. Я просто зажму так кнопки по очереди, буду сжать. Вот, даже нижний обычный, и все, и никаких морок. Все, убили мы на катапульту. Там тут нам что-то пытается сказать, походу. Мы продолжаем просто наводить ужас на местный город. Просто пришли какие-то полторы калеки и просто нарезают всю идею. По-моему, уже целый геноцид устроили тут, на самом деле, местных войск. А, отлично, что у нас там будет? Беттеринг Рам, наконец-то, берет штурмом вот это непонятное нагромождение досок. И что нам сейчас задача-то какая? А, мораль. Замечательно, мораль у нас все замечательно, на самом деле. А у противника явно сейчас будет с моралью все не очень хорошо. Так, а что надо сделать? Так, а надо нам, по-моему, бежать вверх и помогать своим. О, неожиданно меня даже пытался кто-то атаковать. Так. Так. Что происходит? О, анимешка пошла. Это наш сражается или противник всех раскидывает? Из Базуза, сказал нам кто-то. Говорят, что он убил медведя. Ну, на самом деле, эти мультики очень прикольно сделаны. И, в принципе, это меня уже сам все радует. Так, ну что, я смогу эту дверь убить? Или мне придется что-то другое сделать, чтобы ее убить? Что надо сделать-то? А, походу, уже ее сами нам сломали, да? Да. Я, кстати, интересно, я так и не понял. Этот Базуза, это противник? И это союзник? Так, и чё? А ульто! Я, честно говоря, не понимаю, то ли надо вовремя эту ульту прожимать, то ли еще что-то, но вот не всегда она получается. В общем, суть в том, что я, в общем, противник уничтожил, и мне нужно бежать дальше. Так. Это сейчас чувствую закроет, да, все правильно. По канонам жанра. Нам нужно, так сказать, засаду уничтожить. Да ладно, на меня засаду сделали. Да вы шутите. Засаду на меня. Настолько смешно, что даже смеяться не хочу. Они даже ко мне не боятся подходить. Они просто стоят, а когда я на них иду, они отходят. То есть наш герой настолько брутален, что он вообще по барабану, все, полностью. То есть он просто крошит, нарезает и уничтожает все, что движется. А все, что не движется, то, соответственно, либо оббегает, либо тоже крошит. Но, честно, сейчас скажу вам, кстати говоря, когда я уже поиграл несколько минут в данную игру, что, в принципе, анимации, как я сказал, да, крутые, но проедается. То есть, все-таки боевка в итоге оказывается однообразной. То есть, несколько разных есть приемов, несколько, скажем так, не добивающих даже как-то, а дополнение к битам. То есть, когда он, допустим, там на меч какого-то надевает противника, когда он их раскидывает и прочее. Ну и, соответственно, базовые какие-то анимации, и все. Собственно, потом это все... Когда начинаешь уже в это дело сыгрываться, понимаешь, что в принципе на самом деле все дело, это все банально, это все очень примитивно. То есть в отличие, допустим, от Mountain Blade, где в принципе да, тоже анимации не так уж и много, но они, скажем так, компенсируются тем, что ты в принципе в сражении сам контролируешь свое оружие. Здесь же, по сути, ты просто нажимаешь кнопочку, а после этого герой как бы там какие-то совершает чуть ли не серию ударов. И, то есть анимация здесь реализована достаточно, скажем так, на примитивном для меня уровне. Хотя, опять же, говорю, допустим, опять же, если говорить тот же, вспоминать тот же For Honor, который, ну, допустим, не, ну, многие нашли в этой игре фишку свою. То есть не все оценили, не все оценили, скажем так, мой видеоролик. То есть сказали, что, мол, ты не прав, мы с тобой не согласны. То, опять же, я говорю, что наверняка многие скажут и по поводу данной игры, что тоже ты ничего не понял. Это совершенно другой уровень игрового процесса, и сравнить его с Mountain Blade неправильно. Может быть, на самом деле, ничего не буду говорить. Но так или иначе, противника мы тут уничтожили. И нам
неожиданно открыли ворота. Хотя, скажем, смысл в этом, как бы, открывать нам ворота, я тоже, опять же, никакой не вижу. Ну, допустим, ладно. Бежим вперед. Давайте ускоримся. Я даже неожиданно встречу союзника, я так понимаю, хоть какого-то, которого тут окружили противника. И сейчас я чувствую, что мы сейчас заюзаем нашу супер-ульту, да? Или не будем заюзывать? А, как только сюда пришел, нашего, так сказать, зарубили союзника. Вот там впереди где-то... А, Базуза — это все-таки босс. Это босс и это противник. То есть, наконец-то мы встретили хоть кого-то равно нам по силе, я так понимаю, да? Отлично. Ладно, давайте. Ульта... Которая совершенно не подействовала на босса. Ну, ладно. Что-то нам тут еще пытается сказать. Я, честно говоря, не знаю, что нам рассказывать. Я просто летаю по карте бита. Даже не на противника смотрю. У меня там уже неожиданно образовалось уже почти под... Ну, не под тысячу, конечно, но 7 сотен киллов. Противник нам вообще, по-моему, ничего не может делать. Ой, что это было только что? Я сменил оружие или что? У меня такое ощущение было, что я сейчас сменил оружие. Наверное, показалось. Так, опять снялся у меня с него выделение. У меня же, кстати, игра рука болит от этого геймпада. Плюс, ко всему прочему, я постоянно нажимал нижний курок. Я говорю, надо переназначивать кнопки. Ну, кстати, такое ощущение, что как бы нужно тут на самом деле использовать механику. Мол, он ударил, его меч застрял, нам надо бить его. Но, видите, наш персонаж вообще на самом деле не страдает от того, что мы тут не ставим какие блоки. О, вроде я сейчас попал с ультой. И он просто вынес, просто одним ударом, и все. И противника нет. То есть босс получился, ну, совершенно не Dark Souls-овский. И что надо тут? Надо было что-то нажимать? А, нет, не надо, видимо, потому что тут все сделали за нас. Нам сбили только шлем, а мы тут, понимаешь, прорезали стальную броню мечом. Все реалистично совершенно, нормально, пацаны. И добили его. Круто. Да, замечательно. Еще такая музыка на фоне играет, непринуждающая еще. Я, кстати, наверное, сижу громко ору, потому что музыка у меня, кстати, тоже громко орет. А когда музыка у меня громко в игре орет, я тоже ору. В общем, пользуюсь моментом, передаю привет домочадцам. Как-то так, да? Так или иначе, вот за эти 15 минут мы выполнили миссию. Мы даже вон что-то там прокачались куда-то, еще что-то. О, даже мы докачались вон до 5 уровня. Нам-то еще какие-то техники рассказывают, еще что-то, мол, тут можно все это использовать. Но они просто не знают, кто в эту игру играет сейчас. Потому что если бы они знали, наверное, они тут не пытались бы мне рассказывать про... всякие техники. Так, что тут? Какие-то камни. Что мы собрали? Обратите внимание. Описано, желтый камень, да? Нарисован зеленый. Ну, тут хотя бы браунстоун, хоть на коричневое похоже, да? Какие-то там ракушки мы собрали. Соответственно, у нас тут меч есть. Я так понимаю, мы его тоже подобрали, да? Какое-то кольцо. Это что такое? Это я сейчас нажал, не знаю. В общем, не суть важно. Какие-то вещи мы тут подкрывали, короче, движение новое, анимешка пошла. В общем, на самом деле, как бы, можно, в принципе, в эту игру играть ради анимешки. То есть анимешка тут есть, прикольно. Тут, я так понимаю, получаем жалование. Я даже не смотрю, что он там говорит. А, ну он нам рассказывает, что мы можем, так сказать, стать сквайром, я так понимаю, каким-то дворянином мелким. То есть вместо того, чтобы быть наемником, вроде бы... А, ну правильно, видите, наш герой, походу, отказался от службы. Мол, от этот очень недоволен, судя по всему, произведенным действием. Чё-то я даже, пожалуй, положу немножко геймпад на стол, потому что реально у меня уже это пальцы болят. Устали они от напряжения от этого. Ладно, следующий тип, сказали. Этого завербовать не удалось, и у нас открылся какой-то фримод режим. Замечательно. Что за режим, непонятно. И, кстати, непонятно, будут ли здесь элементы какие-то с фэнтези. То есть, видите, тут, допустим, загрузчик, какое-то летающее непонятное существо летает. Плюс стартовая миссия была с фэнтези. Зато потом пошло у нас уже не совершенно не фэнтези, а обычное средневековье. Видимо, это какой-то... Все жанров. Так.
Golden Age. Это мы, я так понимаю, прошли, да. Что-то у нас еще. Тоже мы кого-то тут защищаем за награду, да? В общем, я так понимаю, здесь можно, видите, проходить какие-то миссии. Может быть, потом будет еще открываться сюжет. Нет никакого желания. Я хочу единственное, что посмотреть. А, ну понятно, это просто проиграть сценарий за какого-то из персонажей, я правильно понимаю? Да. По сути, то, что у нас было. Тут даже на свете нет возможности выбрать вторую миссию уже. Так, Eclipse Mode, я так понимаю, Eclipse Mode, это как на нас будет без остановки переть противники, а мы должны, соответственно, эти волны отбивать. Если все правильно понимаю. Ну и какая-то даже тут, видите, галерея есть. Уж не знаю, что тут можно найти. О, даже можно посмотреть персонажа. Ну, тут, в общем, персонаж только один, это наш. Больше здесь не... А, вот какой-то есть. Тут присутствует противник, которого как раз мы победили-то. Вот этот толстый с огромным балдажником на причинном месте. Да и все. Какие тут еще ивенты, музыка, эквипмент, куча всего. В общем, тут есть, можно изучать, как и во многих, на самом деле, по одному роду играх. Всякие есть открывашки, анлоки, такое, все такое в этом духе. Но на самом деле изучать мне сюда смысла никакого нету, нет никакого желания. Я думаю, что пора делать определенный вердикт, потому что, в принципе, вы уже понимаете, что к этой игре я возвращаться не буду, никакого желания нет. Корявое управление, корявое с точки зрения того, что у меня мой геймпад конкретно работает. То есть, еще раз говорю, не хочу сказать, что игрушка сам себе кривая. Но так как она пристала передо мной, она меня, честно говоря, не особо повеселила, не особо порадовала. Да и, в принципе, уровень игрового процесса это не мое. Боевка не моя. Вот это чистород, на самом деле, слэшер, то есть без каких-то там нормальных, скажем так, попыток сделать, скажем так, тактику. Здесь вообще никакой тактики нет. Ты разбегаешь и всех мочишь. Может быть, каких-то более сложных уровней сложности, может быть, дальше на каких-то миссиях там появятся какие-то там боссы, на которых нужно будет думать. Пока что нет. И пока что игрушка мне пристала как такая совершенно пустоголовая. Игрушка на несколько минут просто... отвести дух, просто порубать и все, и на этом забыть про нее, потому что больше, по сути, здесь делать нечего. В общем, в любом случае, мы на нее посмотрели, некоторое время на нее потратили, я думаю, что это время будет полезно, по крайней мере, для моих зрителей. Ну, а с вами был Ванок, спасибо за просмотр видео, не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, и всем удачи!